площади Куйбышева состоялась патриотическая акция в поддержку прошедших референдумов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. На главной площади Самары жители и гости области собрались, чтобы выразить поддержку всем жителям территории, где проходил референдум. Сегодня у нашей великой Родины по-настоящему знаменательный и исторический день. Как вы знаете, по результатам завершившихся на текущей неделе референдумов, жители 4 бывших украинских регионов абсолютным большинством голосов сделали свой выбор. Они выразили желание включить свои территории в состав Российской Федерации. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, который в эти минуты находится в Кремле и присутствует на церемонии подписания соглашений, от лица правительства региона, который я возглавляю, я хочу искренне от всей души поздравить всех нас с этим замечательным, знаменательным историческим днем. На экранах жители смогли увидеть выступление президента. Это новая точка, когда наша страна стала еще больше, когда фактически мы снова восстановили историческую справедливость и территории, которые объединены общей историей, общей культурой, общей верой, будут жить в одном пространстве. Я очень люблю Россию, и я за частичную мобилизацию, за все, что происходит. Целиком и полностью поддерживаю. Давно пора этим было закончить. Мои корни тоже с Луганской области. Все детство я провел под Донецком, и то, что там творится, в настоящее время меня вполне не устраивает. Акция прошла под девизом «Мы вместе». Отметим, что сегодня в России запускается обновленная платформа «Мы вместе.рф» и горячая линия по телефону 8 800 234 11, где волонтеры круглосуточно будут принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих. Во всех регионах открываются региональные штабы «Мы вместе», которые станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помогать согражданам. Волонтеры отправятся в мобилизационные пункты, чтобы собрать первые запросы на помощь оставленным без мужчин семьям. К движению «Мы вместе» присоединятся российские предприятия, представители бизнеса, готовые делиться продукцией с семьями и фронтом, приглашать родственников. Мы приехали с автовазой, все поддерживаем этот референдум, потому что считаем это большой и необходимый, нужный референдум для людей сейчас, в данной ситуации. Мы очень рады, что наши братья и сестры присоединились обратно к нам. Мы счастливы от этого. Новая страница новой жизни. Вместе под этим небом выше поднимем свой флаг. И с попутным ветром брат за брата, да всегда будет так. Близкие люди, каждый готов поставить плечо. Сердца в одном ритме, все преграды будут нипочем. Еще несколько месяцев назад Самарская область взяла шефство над городом Снежное в ДНР. Там работают самарские врачи и строители. Туда отправляются гуманитарные грузы. Евгения Усова, Максим Гусев, «События».